Второй этап российской серии кольцевых гонок прошел на автодроме Егора Драйв, что под Санкт-Петербургом. Это новейший комплекс, строительство которого завершилось под занавес прошлого года. Тогда же Международная автомобильная федерация ФИА присвоила автодрому вторую категорию. Это позволяет проводить здесь соревнования всех международных серий, кроме Формулы-1. На открытие Егоры приехали 89 пилотов, тем самым повторив рекорд благополучного 2017 года, когда на Казань-Ринг вышло столько же гонщиков. Кроме того, петербургский этап СМП РСКГ встретил новых зрителей. Правда, ради соблюдения социальной дистанции билеты продавались очень ограниченным тиражом. С точки зрения спорта, уикенд вышел достаточно ярким. В первой гонке Туринга обладатель полпозиции пилот СМП Racing Кирилл Ладыгин удержался впереди, отбив атаки Дмитрия Брагина. Вслед за ними финишировал Алексей Дедукало. Но самым эффектным и драматичным заездом этапа, безусловно, стала вторая туринговая гонка. Она началась с фальстарта Павла Кальмановича, а затем раскрасила интригу столкновением между Григорием Бурлуцким и Дмитрием Брагиным. Еще один опасный момент возник, когда Михаил Митяев попытался обогнать Алексея Дедукало, но вместо этого подбил Андрея Масленникова. Для Масленникова гонка на этом и закончилась, а позднее в боксы вернулся и Митяев. Главным героем мог стать петербуржец Клим Гаврилов. Он первым пересек финиш на домашней трассе. Но ему добавили штрафные секунды, и он переместился на третье место. В результате победителем стал Иван Лукашевич. Серебряным призером Алексей Радошнов. По итогам всего уикенда тройку лидеров составили Лукашевич, Дедукало и Ладыгин. В классе Super Production выходные остались за вестами заводской команды АвтоВАЗа. Андрей Петухов первый, Владислав Незванкин второй, а вот третьим оказался уже Дмитрий Лебедев на Subaru BRZ. В протоколе S1600 друг за другом значатся фамилии Плотников, Савин и Шульмейстер. Интересно, что номер 4 – приглашенная звезда Владимир Мельников. Журналист Авторевью, несмотря на проблемы с мотором, во второй гонке показал третий результат. Следующий этап СМП РСКГ пройдет через 2 недели на автодроме Казань-Ринг. И есть все шансы, что именно он побьет рекорды посещаемости среди спортсменов.